Не знаю. И все-таки, как ни крути, я все-таки молодец. Я на работе купила себе сок. Видите как? Делу время, а попей. Сейчас. Лариса мне тут наложила. Что Лариса мне наложила? Он перцы. Эту голяшку. Вот эти вот штучки. Если хочу пойти в холодильник. Вот еще в холодильнике у меня картошка. Недоеденная. Короче, мясо у меня тут еще. Кусочек. В общем, сейчас я наколжусь. Или сока попью, или сок потом. И хочу чаю. Вот это сейчас поставлю разогревать. В общем, видите, ребята, как я гулять гуляю, а работу не прогуливаю. Молодец. Так, набрать чайник. Воды не хватит. Машине надо. Быстро поставить. Закипятить. Микроволновку. Микроволновку поставить. Наверное. Есть хочу. Уже, блин, что-то оно мокроватое. Надо вытереть. Так, вытру сейчас. Что-то разлило, наверное. Разлилось, пока донесла. Все. Поставила, промыла. А я еще хочу сказать. Вот люди сейчас привыкли не готовить. У нас, прикиньте, на работе за вчерашний день 60 килограмм кути продали. Только кути. Можете себе представить? На кулинарии. А это еще, говорят, салатов там немерено, под шубой. Говорят, килограмм, полтора, говорят, люди только так брали. Что вы, хозяйки, привыкли не готовить? Не то, что моя сестра вчера. Целый день, целый божий день на кухне. Целый день, как пчелка. Все, подогрелась. Понюхаю. Ой, как вкусно пахнет. Сейчас я прям эти перчики, гляньте какие. Классные. Что-то, может еще трошки их поставить. Что-то не... Надо еще чуть-чуть. Так, чайник закипел. Закручу себе. Я, кстати, чувствую себя нормально. Непогано. Я поспала пару часов. Если поспала, то хорошо. Ну, а что, на то они и праздники. Погуляли нормально. Покушала. Так я вот это говорю. Вот прикиньте, хозяйки, да, сейчас. Купил все готовое, стол накрыл, и все. И нормальненько, нормалек. Вот тебе и хозяйки. Так уж. Так, все, мне приятного аппетита. И вам есть со мной. Все, чао.